Десятки безпілотників залітають в Курську область, з іншої сторони Курської атомної електростанції. Пане Романе, сьогодні в нас 29 жовтня. Відразу попрошу наших глядачів поставити цьому відео лайк, підписатися, прокоментувати. Щойно ми бачили, як в Залізногорську Курської області прилетіли безпілотники. Це зовсім інша сторона, пане Романе, з наступальних дій в Курській області. От, власне, це є Залізногорськ, і це в 70 кілометрах від Львова і Курчатова. Общее направление на Москву, скорее всего, шли либо на Брянскую область, либо дальше уже в сторону Москвы. Я думаю, в течение суток, как это всегда происходит, в течение суток Главное управление разведки и служба безопасности, которые отвечают за это направление, они подтвердят заход и выполнение боевой задачи беспилотников наших. Ну а то, что сбивается часть беспилотников, естественно, падает на головы россиян, ну это уже работа ПВО противника. Как всегда, российское ПВО, руки растут из ниже спины, потому часть беспилотников, естественно, наворачивается на головы российских граждан. Ну, это проблема войны, если так мягко сказать. Если вы пошли на какую-то страну войной, так ждите, что эта война вернется к вам. Не надо их начинать. Пане Романе, зараз про ГУР ще згадаємо, бо вони підтвердили спецоперацію, про яку ми вчора говорили. Хочу показати нашим глядачам також 47-ма бригада. Вчора офіційно повідомила, що вони є на Курському напрямку. Ми давно про це вже говорили, але вони вчора офіційно про це сказали. Вони продемонстрували, як Бредлі працює по укріпрайонах в Курську росіян, розтрощує їхні позиції. І більше того, вони кажуть, що їм вдається просуватися на певних напрямках, вони не оголошують, на яких, звичайно. І кажуть наступне, що машина Бредлі – це просто, цитую їх, чудо. Бредлі врятувала не один десяток життів військових Збройних сил України. Даже погибая, эта машина сама берет на себя удар, погибая, спасает экипаж и десант. Причем самое интересное, десант выполняет боевую задачу. То есть она так и скомпонована, так изначально стартово задумана была, чтобы принять смертельную дозу на себя. Но самое интересное, она очень быстро ремонтируется. Сейчас наши инженеры уже получили достаточное количество оборудования, плюс опыт, практически уже год используют Брэдли. Действительно, лучшая, скорее всего, из тех БМП, которые у нас сейчас на данный момент есть, иногда заменяет танк. Полностью танк, конечно, не заменит, но, по крайней мере, то количество, если особенно в полном объеме обвесов, которые может это Брэдли нести на себе, дает возможность уничтожать практически все, что движется. И на земле, и в воздухе, иногда даже и под землей, то есть исходя из определенных задач. Потому машина отличная. Их у Соединенных Штатов пылится на складах тысячи этих машин, просто тысячи. Потому надо вопрос этот решать с нашими партнерами, с Белым домом, с будущими президентами о том, чтобы вот поставить на поток поставку этих машин, обучение наших специалистов в работе на этих машинах. Там она вроде как с прошлого тысячелетия, но довольно-таки сложное управление само по себе, потому что большое количество средств поражения она на себе несет. То есть по большому счету, это один из механизмов, как в принципе недорого. Почему? Потому что они уже стоят, и Соединенные Штаты сейчас запустили программу замены этих машин на более новые. Сейчас пошло производство новых БМП такого уровня, только усовершенствованных. А эти машины практически останутся дальше гнить на складах. Потому однозначно надо работать по этой машине. Но 47-я, они у нас молодцы, они у нас в литерной группе, которая работает Брэдли, пара Брэдли Абрамса. Тоже вот эта пара очень хорошо себя показывает. Просто танк сам по себе тяжелый, конечно, не до такой степени юркий, как та же Брэдли. Потому здесь надо связку эту подсвечивать и запрашивать. Пусть Абрамсов, может быть, намного не дадут по разным причинам. Но сейчас вот австралийцы нам передают практически 60-59 танков Абрамс. То есть в паре с Брэдли это, конечно, серьезный броневой кулак,
железный кулак, который пробивает сейчас просто россиян по Курскому направлению. Россияне пытаются как-то догнать, не получается, потому что идем вперед, накатываем, а 47-я себя хорошо показала, она и на Восточном фронте, сейчас не вся 47-я, там часть только 47-й бригады, часть выполняет задачи на Восточном фронте, а часть россиян по Курскому направлению в режиме вот таких маневренных атак. Это маневренные бои, так называемые, когда даже противник не может понять, где, в какой момент будет передвижение, так как мобильность, нет привязки к местности, к фортификационным сооружениям. Это такие полупартизанские, я бы так сказал, действия. Но в свое время, если помните Ковпака, так он 1000 километров прошел по тылам, прогулялся. Вот примерно сейчас такая прогулка по тылам называется, с основной задачей уничтожения, максимального уничтожения российской армии, а сейчас еще и северокорейской. Друзі, продовжуємо терміновий збір для нашої президентської бригади, яка працює на важкому напрямку, де зараз ворог намагається просуватися. Потрібно нашим героям ретранслятор для того, аби мати зв'язок і виконувати маневри, а вони зараз дуже важливі, тому що, можливо, доведеться міняти свої позиції. Ціна питання 140 тисяч гривень. Ви вже завчора третину молодці надонатили. Давайте зробимо так, аби цей збір був закритий. Пане Романе, якщо говорити про вчорашній міст, який ми з вами згадували в Бердянську, так головне управління розвідки підтвердило те, що ви казали. Я процитую: внаслідок успішних диверсійних дій був підірваний залізничний міст, розташований між будівлею водоканалу та автомийку по Східному проспекту. Знищення мосту повністю паралізувало залізничне сполучення з Бердянськом і, як наслідок, неможливість довезення паливно-мастивних матеріалів. Подтвердила ГУР, в принципе, то, что мы с вами предполагали, но тут легко предположить, потому что используют Главное управление разведки и свои группы, которые заходят, ну, глубина большая, 80 километров, и, естественно, партизанское движение, то есть те группы сопротивления, которые выполняют такого рода задачи уже на местах, инфильтруясь в российскую армию. Если произошла инфильтрация, то есть наши партизаны в составе российской армии выполняют боевые задачи, им намного проще это сделать и выполнить в тылу, найти взрывчатку, определить и обозначить цель, и выполнить задачу, подтвердить. Ну, это, в принципе, небольшая проблема, хотя, еще раз повторюсь, как и вчера говорили про это, такого рода задачи удобнее выполнять все-таки дальними ракетами. Ну, 100, там 80 километров, пусть 100-километровые, те же атакамсы или 300-километровые атакамсы уже с фугасной частью, они бы также выполнили такую же задачу, полтонны боевой части, которая зашла бы, допустим, ну, атакамсы по 225 килограмм, ну, пусть два атакамса, полтонны, которая зашла бы на мост, она, в принципе, повредила мост примерно так же. Это не «Хаймерсы» ракеты М-31, которые просто перфорируют мост, а уже серьезные 225-килограммовые заряды на такой дальности, они сделали ту же задачу, причем намного безопаснее. Потому здесь с точки зрения, конечно, профессиональной подготовки и выполнения задачи молодцы, конечно, гуровцы и партизаны наши. Но рисковать группами, рисковать партизанами, вскрывать их, допустим, или подставлять под определенную угрозу однозначно не стоит, если есть другие механизмы выполнения этих задач. Почему они не используются? Ну, это вопрос к нашему политическому руководству и к нашим партнерам. То есть, либо недостаточное количество боеприпасов такого уровня, либо какие-то есть запреты на уничтожение железнодорожных сухопутного коридора. Вот мы уже тоже проговариваем, наверное, несколько месяцев об этом. Не трогает никто сухопутный коридор. Только ГУР с партизанами работает. Это как было, просто это уже все повторяется в 2014-2015 году. После этих Минск-1, Минск-2 были запрещены некоторые мероприятия на оккупированной территории. А с 2019 года вообще прямой запрет был, причем с ограничением по финансированию. Там срезали премии, если кто-то начинал такого рода действия. То есть
это сейчас опять та же самая картина. Такое впечатление, готовимся к сдаче сухопутный коридор. Ничего нигде не трогаем, то есть с помощью дальних средств поражения, которые могут как-то управляться еще политиками. Это партизаны могут уже, исходя из определенных своих задач местных, выполнять задачи непосредственно по уничтожению. Ну, естественно, подключается Главное управление разведки, так как оно может работать пока еще, по крайней мере, пока еще Буданова не убрали, оно может работать в режиме секретности, отодвигая все эти пожелания политиков по недействиям на третий план или на пятый, на десятый. А вот непосредственное участие вооруженных сил Украины в уничтожении сухопутного коридора на данный момент в течение нескольких месяцев абсолютно не замечено. Железная дорога запущена, работает, ни одной ракеты не зашло на мост через Кальмиус в районе Гранитного. Ни одного обстрела реального не было по железнодорожному узлу в Волновахе, развязке основной, которая пропускает через себя железнодорожные грузы. Ни один мост железнодорожный, автомобильный по сухопутного коридора между Ростовом или Мелитополем и Крымом, ни один мост не был подвержен ударам. То есть вот тут вопрос большой к политикам, не к военным. Военные, понятно, если они сейчас как-то завязаны на канцелярских жуликов, то они выполняют эту задачу. Потому только, наверное, вот и партизаны и будут работать сейчас вместе с гуровцами, может быть, с СБУ, опять же, в закрытом режиме по оккупированной территории, не давая возможность противнику перебрасывать войска. Сейчас они накапливают войска на запорожском направлении в районе Васильевки, на некоторых позициях по левому берегу Херсонской области. Там ведутся, кстати, боевые действия, довольно-таки серьезные. И россияне пытаются контролировать некоторые направления. И мы также сейчас пытаемся контролировать некоторые левобережные, по крайней мере, острова. Потому запорожское направление, херсонское направление, оно снабжается по этим сухопутным коридорам и вот в том числе по этому железнодорожному мосту, который вынесли партизаны местные. Почему нельзя было сделать это ракетой? И не сейчас, а еще там год назад, полгода назад. То есть, есть вопросы к политикам очень большие. Куда-то они ввязли сейчас в какие-то переговорные процессы, договорники, сдачу Стамбул-2 и там Дели-3 или что они там себе еще напридумывали. Но сухопутный коридор – это то, что надо перерезать, особенно как артерию снабжения запорожской и херсонских российских группировок. Пане Романе, якщо говорити от власне про балістику і Іран, Володимир Зеленський на саміті Україна-Північна Європа повідомив, що насправді Іран ще не передав балістику Москві, але такі перемовини зараз ведуться. Це важливо, тому що ми з вами говорили, і начебто були навіть інформація, що 220 і Фатех-360 передали. Але якщо ми вже згадали про Іран, то згадаємо і Ізраїль, тому що вони, і Гутєреш, який був на Казанському саміті, який не був у нас БРІКС в Казані, не був на саміті миру від України, так от ООН заборонила місії, Ізраїль заборонив місії ООН працювати в себе в країні. Ну, то, что иранцы передали ракеты, об этом говорили несколько разведок, включая нашу в том числе. Потому передача ракет, скорее всего, была Фатехов. Были удары по местам сосредоточения Фатехов, и они были подтверждены. Может быть, они все уничтожены, или было оказано серьезное давление на Иран, оно может быть, могло быть оказано однозначно. Дело в том, что ракеты передали, но там заходила информация о том, что не передали пусковые установки. То есть, скорее всего, первая партия ракет зашла, а после давления на Иран включили заднюю, те же иранцы. А если мы уничтожили эту партию, а это было, просто несколько ударов было тогда и ракетами дальними, кстати, и беспилотниками, нанесли удары по трем серьезным складам российским. Это ж не просто так их били, а потом перестали. Мы же помним 67-й, 107-й, там 103-й, 27-й склады. И эти вопросы были решены. Причем один из складов был, четвертый, было уничтожение возле Волга-Дон канала. Это как раз по этому каналу перебрасывается
техника, в том числе иранская, через Каспийское море и дальше по Волге, по Волго-Донскому каналу, спускается по Дону в Азовское, Черное моря, там уже в этот кластер. То есть уничтожение было, и, скорее всего, иранцы либо отозвали оставшиеся ракеты, либо не передали, после давления уже не передали пусковые установки и отказались передавать дальше. И вот именно это сейчас начинают подсвечивать и как-то разгонять в информационном потоке, отмазывая Иран от участия. Ну, скорее всего, это по договоренности. Ну, это так всегда происходит. А по ООН, ну, в этом смысле израильтяне последовательно, правильно, грамотно поступают с организациями, которые не нужны в мире. Вот есть организации, ну, наверное, несколько десятков организаций, грантоеды так называемые, которые берут на себя определенные обязательства, натягивают тогу каких-то действий будущих, по крайней мере, или артикулируют эти действия, а сами по себе являются просто галимыми мошенниками. Ну, то есть, которые из себя что-то лепят, а сделать ничего не могут. Вот ООН – это такая организация. Гутьерреш – это руководитель этой мошеннической организации. Естественно, и сам Гутьерреш сейчас послан по курсу русского корабля израильтянами. И сама организация, эта мошенническая ООН, сейчас запрещена, и ее работа на территории Израиля, и, скорее всего, в прилежащих, по крайней мере, территориях. Это нам надо делать. И причем нам надо делать было это раньше. Сразу, как только российская армия вторглась на территорию Украины, и ООН просто почесалась, объявила о какой-то озабоченности, а наша организация озабоченных наций, а в основном переключилась в режим организации по отмыванию налички. Вот мы видели Гутьерреша у Путина, там пресмыкающийся Гутьерреш, ну вот примерно так. Естественно, с такой же самой организацией. То есть нам надо также последовательно действовать. Послали Гутьерреша по курсу русского корабля, объявили ООН организации нон-грата и послали тоже по такому же курсу все эти белые бобики. А еще лучше их вообще конфисковать. Они ж носятся, эти ООНовские бобики, толку с них. А вот самое интересное то, что в составе этих делегаций могут быть те же российские шпионы, которых очень сложно вычислить, очень сложно. СБУ, я просто знаю, Контриков, друзья есть, они там, ну, уже с ног сбились, потому что идет информация, а так как это Организация Объединенных Наций, очень сложно к ней подойти, потому есть эти проблемы. И вот оптимальный вариант делать как израильтяне, то есть с курсом русского корабля до команды, ну вот примерно так. Пане Романе, от, власне, згадати про північно-корейські війська. Володимир Зеленський каже, що вони вже є навіть в Україні. На Курському напрямку також вони є. Ще 300 тисяч військовослужбовців відправили для навчання. Загалом, ми знаємо, там такий добрячий десяток є на фронті. Реакція партнерів, в першу чергу Пентагону, хочу процитувати, тому що, ну, до слова, в Харків прилетіли КАБи, Кривий Ріг обстріляли, знову ж таки, шалені є удари по Херсону. А Пентагон виходить і каже, що тепер не буде ніяких нових обмежень на зброю, передану США. Тобто старих ми не скасовуємо, але нових ми не будемо вводити. Ну так основное ограничение – это запрет на удары по российским тылам. Ну так вот это основное ограничение. Ну а другого ничего уже и не надо, если по российским тылам бить нельзя. То есть, ну как всегда, эта администрация уходящая, байденовская, она в своем амплуа. Но ей тут осталось несколько недель. У Байдена, кстати, будет очень такой звездный час, может быть, по крайней мере, после выборов. После того, как он, в принципе, уже, ну, выполнит одну из основных своих задач – передача власти как таковая, то есть уже будет понятно, кому ее передавать. У него будет пару месяцев для того, чтобы, ну, почистить себе карму, потому что те сотни тысяч убиенных по его вине, в том числе россиянами, украинцев, они ж его там потом на том свете найдут, и ему там вечность перед ними – отчитываться, а что он так долго сопли жевал, или за сколько он продал Украину Путину, так как практически никак не отреагировал, и не дали они возможности разгромить российскую армию ни в 22-м, ни в 23-м году. И сейчас ковал практически по рукам и ногам, и наши спецслужбы, касанцы Малюка Буданова, перестали работать, не сами придумали.
То есть у него будет эти 2 месяца для того, чтобы принять решение, может быть, и по приглашению Украины в НАТО и передаче дальних средств поражения, разрешение работать по российским тылам, ну и так далее, и тому подобное. Может быть, уйдет в вечность, вернее, на покой, ну, не с чистой душой, там уже ее очистить невозможно, там чернота. Ну, по крайней мере, с какой-то индульгенцией перед Господом Богом, может быть, не так черти его в аду будут жарить потом, с меньшей температурой, и всю его команду, этих Бёрнса, Салливанова и всех остальных, которые сейчас будут уходить, наконец-то. То есть выдохнут, и мир выдохнет, и Соединенные Штаты, и американский народ выдохнет от этой обамовской своры. Главное, чтобы только она еще раз не переродилась в Камале Харрис. Вот это большая проблема. Но я думаю, Камала Харрис справится с этой угрозой сама. Молодой, толковый политик, и, в принципе, ей опека какая-то, ну, аж точно не нужна будет. Пане Романе, група південнокорейських військових, які раніше служили в КНДР і перебігли до Південної Кореї, вони хочуть взяти участь у війні в Україні проти Росії, проти північнокорейських військ. Яким чином вони хочуть, ну, вони є фахівцями з інформаційного та психологічного впливу на бійців КНДР, і вони готові допомогти Україні. Та й взагалі, Південна Корея планує напряму продавати зброю Україні. Нагадаю, що вони цього не робили, були офіційно нейтральними, через треті країни ми отримували від них снаряди. Загалом багато мільйонів різного калібру снарядів є в Південної Кореї. Ну і делегація має приїхати в Україну для прямих контактів. От цю делегацію, яка заїде в Україну, на руках треба носити. От, от просто реально на руках. Встретити там, де можливо її встретити, от выказать, ну, максимальное положительное наше влияние, внимание, так, чтобы они отсюда уехали, понимая, что мы друзья Южной Кореи. И на будущее, там, на тысячи лет. И у нас общий враг. Общий враг – Россия, Китай и Северная Корея. Ну, плюс Иран где-то там сейчас подбалтывается. Хотя сейчас иранцы начинают уже более-менее взвешенно подходить к войне Украины с Россией. Потому можно как раз считать, что вот эти 4 страны наши враги на данный момент, и южнокорейцев, и Украины в том числе. Южная Корея не деревья миллиард высаживала, не дороги там лепила за последние деньги, не на шашлыки выходила жарить. Они десятки лет производят вооружение, десятки лет складируют и усовершенствует оружие. Мы этим оружием тоже воюем. У нас есть, мы уже проговаривали, фертины, те же САУ турецкие очень хорошо себя показали. Это К-9 южнокорейская, то есть это Samsung ее делает. Базы К-9, сами тележки используются в крабах. Польские крабы взяли как раз К-9 тележку, насадили на нее броню, вернее, голову британскую, то есть башню британскую. Сейчас уже сами ее делают по лицензии. То есть мы уже используем южнокорейское оборудование, и, в принципе, оно очень себя хорошо показывает. И Южная Корея – одна из основных стран по производству именно артиллерийского оружия. Вот там, что касается артиллерии, это, ну, наверное, лучшее в мире сейчас на данный момент. И, естественно, количество боеприпасов там достаточно, тем более их уже давно пора утилизовать, так как есть определенное время на их хранение. Потому мы можем их утилизовать по северокорейским же войскам, которые сейчас будут в Украине, как сказал президент, в Курской области. Ну, это по Фрейду однозначно. В Украине, в Курской области это очень хорошо. Я так понимаю, что это такой дальний прицел на то, что Курская область может быть в Украине. Ну, чуть дальше об этом проговорим. А вот еще южнокорейцев надо показать. Экономически это очень важно, завязать не только военные отношения. Экономическое отношение надо завязывать. Вытеснять китайскую продукцию с украинского рынка. Гнать метлой, не буду в эфир говорить, чтобы не запикивали, какой метлой. Гнать китайцев с Украины и очень далеко. Так лучше у нас Samsung покупать. Еще раз повторюсь, те же САУ, это Samsung. Да даже самолет Т-50, который сейчас поляки южнокорейского купили, это база самсунговского самолета. Так лучше Samsung пусть здесь продается в Украине, чем китайские ОПы и все остальные эти
все остальные Huawei. Ну, то есть экономика нужна. И когда завяжемся с Южной Кореей экономически, вытесним Китай со всех сфер, с которого только можно, тогда и военная помощь пойдет. И самое интересное, и южнокорейская, и японская. Японцы подтянутся, увидя, как встретили южнокорейцев. Японцы тут как тут будут. И нам Китай абсолютно не нужен. А если еще Тайвань сюда подтянуть, то есть надо договариваться не с Китаем, не с Си Цзиньпинем, этим председателем колхоза китайского, а с реальным президентом демократического выбранного Китая, Китайской республикой Тайвань в Лао Цзинде. То есть с ними говорить надо, вот с этими тремя государствами, а не с Китаем. Но это вопрос к нашим канцелярским жуликам, которые, скорее всего, юанями себе уже карманы набили и не знают, как и воняет от них сейчас этим Китаем, Си Цзиньпинем. Это как минимум. Но это мы уже тоже проговаривали. Исполнительную власть, которая себя полностью дискредитировала, надо сливать в унитаз, ее очень легко заменить за сутки практически. Он сменили, мы уже тоже проговаривали, сменили этого прокурора после беременных прокуроров в строю, которые стояли. Сменили прокурора. Вот так всю канцелярию, всю исполнительную власть надо поменять на людей, у которых есть как минимум базовое военное образование, а дальше уже в зависимости от предназначения каждого подтягивать к выполнению поставленных задач в исполнительную власть, и мы перейдем, в конце концов, на военную экономику. Страна, если мы не перейдем на нее, россияне нас задавят, они уже перешли. Нас в этом смысле без собственного внутреннего перехода нас легко будет продавить. Вот то, что сделала Южная Корея. У них военная сфера на высоте, на уровне самых лучших военных стандартов. И я бы не сказал, что у них экономика хромает. Одна из, в принципе, экономически успешных стран. То есть вот такая пара, вот такое взаимодействие, оно вытащит нашу страну и победим Россию. Но это надо заниматься этим вопросом, только не этой власти. Она полностью себя дискредитировала воровством и полной некомпетентностью, непрофпригодностью по основным профильным вопросам. Пане Романе, до речі, от, власне, на саміті Північна Європа-Україна прем'єрка Данії Метте Фредріксен сказала, що я не вірю, що Російська Федерація весь цей час вела війну без допомоги Китаю. Про що ви кажете? Та й загалом є інфографіка, пане Романе, що за рахунок палива, яке купує Європа, ось ця інфографіка, і гроші, які платили там Німеччина, Італія, Нідерланди, інші країни, до прикладу. 79 днів може вести Росія війну за кошти, які отримала від Німеччини, купуючи Німеччина заплатила, купуючи паливо Російської Федерації. Таких країн немало. Ну, Китай – це основний, не тільки спонсор, це основний паровоз, я би так сказав, який тягне цю війну. Без китайського участі Росія загнулась би вже в перший год, в 22-му році, у нього би економіка просто рухнула. Подставили два плеча. Одно плечо китайцы россиянам подставили, второе индийцы, вот эти Муди с Си Цзиньпинями. Ну, Муди сейчас пытается стать Моди, наконец-то, уже как-то понял свою ошибку и начинает выруливать в правильную сторону. То есть да, даже, может быть, мы и восстановим хорошие отношения с индийцами и с тем же Моди, если он станет Моди, а не Муди. Но к этому предпосылки уже есть. Ну, а Си Цзиньпинем тут вообще без вариантов. Китай напал на Европу. Китай напал на Европу с помощью своих трех бешеных собак. Мы уже про это проговаривали. России, Северной Кореи и Ирана. Российские войска на нашей территории, подкрепленные китайской военной техникой и узлами, агрегатами. Сейчас уже северокорейские войска на нашей территории, на Курской области. И не исключая возможности появления иранских войск в том числе, а потом еще и китайских. Китайцы всегда так делают. Они сначала проверяют на ком-то реакцию, а потом сами заползают. То есть китайцы стоят за геноцидом украинского народа. Они просто воюют, китайцы, не с Украиной только, они воюют с европейской цивилизацией. Это война цивилизации, которая длится уже несколько тысяч лет. Она сейчас просто вышла на новый уровень, на такой войну прокси, так сказать, чтобы, не дай бог, ай-яй-яй, не зацепили основное тело китайской экономики. Потому это надо понимать, мы это прекрасно понимаем, для нас это абсолютно не новость. Это новость для канцелярских крыс, может быть, что Китай участвует в войне, но это не новость для украинцев и уже не новость для европейцев, исходя из той
из той риторики, которую мы сейчас слышим от европейских лидеров. А вот второй вопрос, то, что Европа сама участвует в экономической поддержке. Третье плечо, получается, россиянам. Европейцы как раз подставили. Действительно, там сотни миллиардов долларов платятся по году, платятся россиянам за все виды ресурсов, начиная от углеводородных и заканчивая там железорудными, потому что металл покупается российский на раз, два, три, начиная от железа, заканчивая там титаном. Титан, кстати, мы тоже участвуем. Ильменит продали азербайджанцам, значит, титан будет у россиян, они туда его перебросят. То есть это участие однозначно есть и всех в том числе, и надо прекращать эти вопросы. Прекращать и начинать надо с себя. Ну, продали Ильменит, заберите обратно, аннулируйте сделку, запускайте, пусть европейцами запускайте титано-магниевый комбинат, ставьте его на Ольшанском и Вольногорском комбинатах, и в конце концов титан напрямую продавайте уже в металле или изделиях напрямую Airbus'у и Боингу. Так это будет наше с европейцами производство, а не Азербайджана российское. Это ж две разные тоже цивилизации в этом смысле. Та же картина по прокачке нефти и газа. Десятки миллиардов долларов мы обеспечиваем российскому бюджету, прокачивая через нашу территорию нефть и газ и топливо на того же Орбана. Еще и получаем Орбана в качестве такой торпеды с Запада. То есть и Орбана, Фицо, и сейчас третий участник этой трубы присоединяется Петр Павел, чешский президент, понимая, что он уселся уже на эту трубу. То есть надо перекрывать эти механизмы. Механизмов, как их перекрыть, очень много, начиная от закрытия заглушки и заканчивая уничтожением в Унечье системы нефтеперекачки. Это Брянская область, он 40 километров до этой станции. То есть по большому счету надо это просто этим надо заниматься. Не ждать, пока закончатся боевые действия, приближая нашу капитуляцию и пытаясь потом разделить те деньги, которые будут выделены на восстановление Украины, чем сейчас жулики канцелярские занимаются, а именно работать над уничтожением российской экономики, а естественно над уничтожением Российской империи плюс их сателлитов или там они сателлиты кого-то, сюзеренов, того же Китая, того же Ирана и той же Северной Кореи. Включать все механизмы, но начинать с себя надо. Если мы с себя не начнем, мы же не сможем требовать. Как можно требовать от Германии, допустим, не покупайте российский газ, или от Венгрии не покупайте российскую нефть. Так мы ее качаем. Что мы от них требовать будем? Еще не просто качаем, еще и Венгрия нам платит за эту прокачку. Вот где проблема. То есть проблема в нас, проблема в нашей канцелярии, в этих жуликах канцелярских, мошенниках, которые просто на беде украинского народа набивают себе карманы, имея в карманах израильские паспорта или там российские, или какие у них там они есть, и потом они просто отсюда сбегут. То есть, а для того, чтобы этот вопрос решить, эту власть надо слить в унитаз, и чем быстрее, тем лучше. Пане Романе, також хочу на завершення сказати, що Хорватія домовилася передати з Україною, домовилася передати силам оборони України 30 танків М-84 та 30 БМП М-80. Отак виглядають ці танки. Загалом до сотні бронетехніки мають отримати сили оборони України. Натомість, як завжди, Хорватія отримає по знизці 50 нових танків Леопард 2А8 від Німеччини. А вот это заслуга Германии. Здесь надо сказать большое спасибо, конечно, немцам. Они в таких вот бартерных, можно сказать, сделках очень много где участвуют, как раз в нашу пользу. Вот одна из таких сделок вот сейчас происходит, и мы получим практически полк техники, бронетехники хорватской, которая неплохая. Это ж в этой Югославии, которая в свое время разошлась по национальным квартирам и сейчас неплохо себе живет, кроме как некоторых там сербских братушек никак не успокоится, то по большому счету там осталось большое количество как раз и старой советской техники, которую мы очень хорошо используем, а тем более некоторые из них модифицированы, то есть уже модернизованные и в принципе, нам очень сильно пригодится. Здесь, опять же, это и хорваты, конечно, молодцы, спасибо им большое, ну и немцы, которые поучаствовали в такого рода бартере в нашу пользу.
Пане Романе, дуже дякую вам за це зведення. Нагадаю глядачам, 29 жовтня сьогодні поставте свій лайк, підпишіться, прокоментуйте і, звісно ж, поділіться нашим щоденним воєнним зведенням. Мене звати Ігор Гаврищак, з вами побачимось в ефірі 24 каналу.